Ну все, сейчас мы затащим, точно, да, не проиграем? Открывай двери. Да как? Что за бред? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусеняк, Профит, Подлючка. Пацаны, скажите классные слова. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Ребята, сегодня у нас будет прохождение FNAF, но мы сделаем кастомную ночь. Сейчас я вам все покажу, как здесь можно все устроить. Мы для начала включаем всех аниматроников. Вот так вот. Включаем даже вот этого чили-пиздрика и поставим, давайте, AI-10. Надеюсь, это не сильно будет сложно. И нажимаем старт. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем сложную ночь. А в глазах потемнело. Ничего страшного, ты медленно моргаешь. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. И обязательно классный комментарий. Слышите, уже так, звук да? Пошел. А нет, мне послышалось. Сейчас я кое-что возьму. Так, а ну я пройдусь пока по пиццерии. Надеюсь, давай, они меня не убьют здесь. Главное нам не умереть всем четырем сразу. Все, ой, Фредди пошел. Ой, Чика уже стоит, тихо, тихо. Блин, Фокси будет бежать, закрывайте дверь. А, закрывайте дверь. А, я живой. А где ты? Я живой, я живой. А, блин, Фокси пришел. А мы специально, пацаны, подались, кто смотрит ролики. Ну это ж случайно, да? Там Фредди в углу присел, мы шумноваты. Ай, да что за бред? А чё, я сложно же небольшую... Да что за фигня? Да чё вы заходите и стоите? Сразу отбегайте. Гляньте, Фредди стоит. Это же небольшая сложность. Чё такое? Я не знаю, это они какие-то эти... Так, смотрим на Фокси. Так, Фокси нормально. Блин, я хотел закрыть дверь, но у меня какая-то тут невидимая преграда была. Это странно очень. Бонька стоит. Вы же помните, что когда приходит аниматроник, еще 5 секунд ждать, когда он идет. Сразу нельзя открывать двери. Молодец. Молодец. Опа. А там это пицца Чика ушла или нет? Сейчас скажу тебе. Таран. Не открывай сразу, обязательно ждите. Нету, нету. Так, энергия полная. Блин, у меня время не идет. Это что, мы проиграли? А если мы проиграли, они бы тогда не шли. Значит, сейчас появится время. Так бывает, это небольшие баги. Че, не сильно режим допиленный? Хорошо, не сказали, что Фокси бежит. А ты успел закрыть? А он стоит. А как так-то он побежал и сам стоит там? Ну, он уже побежал и вернулся. Он телепортируется, что ли? Эй, нечестно так. О, напишите в комментариях, с какого мультика или фильма у Гусанька персонаж. Скин его, только никому не подсказывать. Написать в комментариях. Открывай, блин, сразу 5 человек кнопку жмёт. Он нам перекрыл камеру, мы не видим Фокси. А, не, видно. У него рука поднята, пацаны. Все, не открываем, нет. Он намахает. Он сейчас будет бежать. Ждем, ждем, ждем. Я хочу даже. Он блин. Привет передает. Смотрю на камере Фокси и хочу за ухо заглянуть. Но это у меня интеллект не очень высокий. Он бежит, он бежит, он бежит. Нам Чика потеряла головой. А как он бьет по калитке и там стоит? Это ж незаконно. Так, песни поет. Вам тоже слышно это? Да. Это хорошо, это хорошо. Смотрим, смотрим. А пить яйца можно. Что, пришло кто-то? Там Чика стоит вдалеке. Бонька здесь. А если вдалеке стоит, она не убьет. Когда только возле двери закрывай. Открывай. Блин, ты когда открываешь дверь, у меня немножко страх есть, что нас просто всех замочат. Да мне тоже, сейчас такой, знаешь, скримак так все это. Тогда, и просто ночь остановится. Фокси руку поднял, пацаны, готовьтесь. Бежит! Быстрей! Хорош. На! Вот псих. Ребята, давайте, если вы поставите много плюсиков в комментариях, то мы поставим самую максимальную сложность искусственного интеллекта у аниматроников. Мне кажется, это будет эпичное сливание наше каждые 5 секунд. Так, Фокси песни поет. Как всегда. Как всегда, песни, да, любит он попеть. И мочить нас. Но начало как-то у нас такое было сумбурное, как-то мы все сразу посливались. А, я же вспомнил, мы подались. Дима, это уже все в прошлом, ты забудь это. Да-да-да. Руку поднял. Ой, Бонька. Быстрей. Фух, слава богу. Ёкала-манекала. Все, рука поднята, дверь не открываем. Это уже Фокси будет четвертый раз бежать. Да. Капец. Так, у меня опять времени отображается. А почему? Ну, вроде рука... О, бежит, 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 бежит. Отлично.
Надеюсь, мы пройдем. Эту ночь очень хочется. Не открывай, тут еще Бонька стоит. Да-да-да, я вижу. Надо еще ждать, обязательно. Я подлючку на кафе стою. Так, шкатулка, я слышал. Завожу шкатулку. Ой, я сейчас, короче, побегу, посмотрю. Ну, отойди, я хочу посмотреть шкатулку. Марионетки. Не, она сидит. Боня. Не вылазит, пацаны. Ну, ладно. Ну, пусть это все нормально. Это и хорошо. Это отлично просто. Это очень хорошо. Фокси, Фокси сейчас бежать будет. Ну, шкатулка уже зеленчит. О, отображается. 3 часа ночи, пацаны. Все хорошо. Полночи прошли. Представляете, какие мы молодцы? Да. Ну, видишь. Вы просто улучшие. Мужики. Лучшие мужики. А что текстурки нет здесь? Фокси бежит. Иду. 5-й раз уже бежит. Что, сумасшедший, что ли? Псих. Он нам хочет дверь поломать, пацаны. Кстати, у нас энергия еще не села. Мы что, прям сильно хорошо играем? А знаешь, да. У вас там больше всего работы, потому что я просто стою за это, на правую дверь смотрю, ничего нет. То есть, короче, если мы проиграем с правой двери, значит ты косячник, и ты будешь наказание нести. 40 ударов плетью. Монтировка, 40 ударов монтировка. Опа, началось. У вас тоже был? Да. Это значит проснулся фиолетовый человек, что ли? Не знаю. Телепиздрик? Телепиздрик, да. Фиолетовый телепиздрик. А давайте я эту камеру включу. О, я Фокси ближе вижу. Рука поднята у Фокси. Закрыта дверь. Не, давайте лучше назад включим эту камеру. Да, она, та камера просто не двигается. О, смотри, блядь, не двигается камера. Батарея села. О, да? Блин, 30% батареи села. А у нас 4 часа. Все, бежит. Бежит. Двери не открываем. Опа, и телепортировался. Теперь я увидел, как это работает. Только он бьет по двери, сразу назад возвращается. Отлично, ребят. Ну, у нас прям вообще слаженно все работает, и мы играем вообще великолепно. Молодец, молодец, успел. Да, ребята, сложная ночь. Короче, если мы сейчас пройдем эту ночь, поставим больше левел. Мне кажется, это вообще будет какая-то жесть. Что там? Уходи, нас пугает. Только же сразу не открывай, когда он идет, подожди еще. Я знаю. Я просто боюсь, я хочу, чтобы мы прошли. Представьте, будет 5 часов ночи, и мы проиграем. Фокси руку поднял. Тут и Чика теперь тоже. Видишь? А! Ой, этот. Тут Фредди. А я его не слышал жужжание, он должен жужжать же. Но он жужжал. Он жужжал. А чё ж ты не сказал? А он появился только в офисе, я не успел сказать. Я говорю, золотой Фредди, и тихо, мы умираем. Тихо. И чё? А не, Фокси бежит, значит дождь продолжается. Бежал. Ну блин, мы все четвером умерли, да? Ну ничего страшного, дождь же продолжается. Опа, балун-бой проснулся. Балун-бой. Вы чё, сговорились что ли? Челепиздрик проснулся. С мячом. Челепиздрик мячковый. Не, вот мельчпиздрик. Ага. Блин, настроение отлично. Тут пугаться надо, у нас веселье. Фокси опять руку поднял. Ну ты представляешь, что он делает? Каждые 30 секунд он к нам бежит. Готовься, гусанё, готовься. Там Фредди стоит. 5 часов утра. Мы сейчас пройдем, пацаны. Мы пацаны. Лично. Бежит! Бежит! Закрывай! Ё-моё, это очень стрёмно. Он там стоит до сих пор. Мы успели. Так, ну что, эту ночь мы прошли, сейчас я буду ставить самый большой левел. Опа! Дурак, что ли? Испугал меня. Он там стоит за дверью, вон там он. Это он нам скримеры кидает? Как он это делает? Да. Он там стоит вот за двери почти, что он может там кидать скримеры. А ну дай посмотреть. Иди. Ох ты. О, знаете, что мы в следующий раз делаем? Мы прям скачаем гейммод по ФНАФу, там где вообще очень жесткие правила будут, нельзя там так ходить. Ну, я надеюсь, мы пройдем. Это вообще классно сделано. Так есть такой. Знаю, я забыл за него. Фокси руку поднял. Закрывай, все, прощай, гусанёк. А что ты живой? А он меня, я в нем. А, тебя сейчас Фокси убьет. Давайте посмотрим, как его... У нас сейчас энергия сядет. В смысле? Есть! Ой. Мы прошли! Блин, ну это круто! Это прям вообще жирняча. А чё, будет продолжаться ночь или нет? Или всё так ясно? И Фокси бежит. А, у нас батарея села. И опять, смотрите. А! Да мы же прошли! Давай. И сейчас мы запустим сложную ночь. Ой, ребята. Сейчас будет нам весело. Так, давайте, они все включены. Включаем тоже этого челепиздрика и фиолетового человека. Так, ставлю АИ 15. Не, давайте 20 сразу. Помучаемся, да?
Ясно, сразу поиграем. Ну блин, даже если не пройдем, хотя бы попробуем полночи пройти. Отлично, отлично! Профит, ты в курсе, что мы с тобой видели Мишку Барни? За дверями. Барни? А тут что, Барни есть? Да-да-да. Ой, уже? Я только вышел, она появилась. Ай! Да блин! Дурак что? А чё я жужжание не слышу? Меня нормально на звук не скачали, по-любому. У меня тоже, в принципе, ничего такого. У тебя же этот экран моргал? Ну, двигался, дергался? Нет, не было ничего такого. Когда уже умер, он двигался, дергался. Ай! Что опять? Вы что, сумасшедший, что? Я ничего не пойму. Чё за бредятина? Читы. Как он так приходит? Так, ребята, шо? После записи обязательно надо скачать Nav Sounds. Насколько я знаю, там 100 с чем-то мегабайт весит. Там все звуки есть. Я слышал. Давайте так, у кого есть этот звук, вы говорите, что идет жужжание. Мы будем выбегать. Стучись в двери! Опа! Пришел в окно стучит. Михалыч, Михалыч. Уходи, нас нету еды. Давайте включим вот эту вот камеру. Он фиолетовый. О, все, я теперь вижу. Ай! Он... Ой! Чем... Че за атаки такое? Жесткие? Так, давайте табуретку удалим. Ай! Я знал, что мы не сможем пройти 20-ю ночь. Я успел закрыть. Ты 20-й поставил? Ой, 20-й левел сложности. Ну, то есть это 20-я ночь. Бежит Фокси, не открываем. Не открываем, не открываем. Бежит. Вот это атака на нас! Ну все, сейчас мы затащим. Точно, да, не проиграем? Открывай двери. Да как? Что за бред? Его же не было там. Как такое может быть? Видимки. Читер, читер. Реально, он так. Это бред какой-то. Они нас атакуют. Мы тоже не... Есть так еще так сложнее мод. Называется It's Me мода. Он вообще имбовый. Это просто нас там будут нагибать. Да. Ну да, да, конечно, естественно. А сейчас что происходит? Веселье, да? А сейчас это легкая прогулка по парку. Да, поддаемся. А, мы подда... Кто три? Вдвоем сразу пришли. Ну, ребятки, ну ведь всего. Да мы не поддаемся. Это мы уже ложки, петушки. Да как пройти это? Лянь, Бонька стоит. Где? Вон он, лянь. А он так не убьет. Опа, бежит Фокс. Три аниматроника, три. Четыре. С ума сошли? Короче, я закрылся, потому что мне страшно так. Да не бойся, давай я открою, мы не проиграем. Я контроль, давай я буду правую дверь контролировать. Я ж псих. Дима, заходи, заходи, быстро заходи. А чё? Он там стоял, этот, вот там стоял. О, вижу, вижу. Но он так не убьет. Он только убивает, когда стоит возле двери или возле окна. Так что можно открывать, не бойся. Он так не убивает, он сыт стоит. Он ушел. Бонька ушел. Нассал на угол и ушел. Аниматроники пакостники. Не, он там обосрался. Ай! Да жужжание, ну! Никто не слышал. Да? Не, я слышу. Так чё ж ты молчишь? Ай! Что да это нереально пройти! Да как мы пройдем этого? Они там бесконечно идут! Я закрываю двери, я манал, закрывайте калитки все. Все. Да как? Что за фигня? Ну, поставил самый сложный левел, как я люблю, и мы будем теперь сидеть и очковать. Ну, знаете, мы так долго же не просидим, сейчас же придет опять Golden Freddy. И нас всех убьет. Да фиг с ним. Все, давайте так, сейчас если мы проигрываем, то эту ночь мы не засчитываем к прохождению. Это будет по-честному. Все, очень аккуратно играем, очень. Если ты слышишь жужжание, сразу говори жужжание. Так он появляется в офисе. Но он жужжит перед этим. Извини, извини, извини. Меня зверь убил. Так должно было быть. Пожертвовали охранником. Лучше мы тебя убьем, чем мы все сольемся. Вот он. Стучит. Блин, я боюсь дверь открывать. Все, я спрятался за этим. Все, а оно тебя не спасет. Опа, я хотел уже открывать. Чика пришла. Че, изговорились, что ли? По 4, по 5 аниматроников приходит. Ну это вообще импассибл какой-то. Как? Там еще жесть. А мы двери не будем, да, я так понимаю? Лучше с закрытыми калитками сидеть. Да, да, да. Блин, жесть.
Так, раз, два, три. Ну, открыл калитку. А она была закрыта, не? Ой, она опять пришла. Какой-то дурной, уйди отсюда. Ну все, эта ночь не засчитана, мы не смогли пройти. Ну, это вообще жестко. Я манал, я чищу карту, я хочу жить. Все, ребята, давайте, пишите в комментариях много плюсиков, и мы тогда постараемся пройти еще сложнее режим и ЦМИ моды. Давайте я полечу, даже покажу, как он выглядит. Вот, этот самый сложный мод в этом режиме. Его просто нереально будет пройти, но мы заради вас его включим и будем страдать, и страдать, и страдать. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Срывай всех! Давай!